Прокуратура Швеции намерена допросить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который с февраля 2012 года не покидает территорию посольства Эквадора в Лондоне. По данным адвоката, Ассанжа его подзащитный положительно отнесся к этому известию, так как сам уже давно предлагал такой вариант допроса. Швеция добивается ареста основателя Wikileaks по подозрению в совершении в 2010 году преступления сексуального характера. Суть в том, что с осени 2010 года прокуратура ничего не делала в течение более 4 лет. И это настоящее нарушение шведского законодательства. Оно наносило серьезный вред и господину Ассанжу, и тем женщинам, которые в течение 4 лет не могли дождаться завершения этого дела. И также это наносило вред суду. Свидетели могут многое забывать, время-то идет, так что любые показания сегодня вряд ли остаются такими же свежими, как в 2010 году, говорит адвокат Пер Самуэльсон. Ассанж, отрицая свою вину в сексуальных домогательствах, считает, что это политически сфабрикованное дело и опасается того, что Стокгольм может экстрадировать его в США. Именно там ему грозит длительный тюремный срок, а возможно смертная казнь, предусмотренная законом о шпионаже за публикацию секретных документов Госдепартамента. В Лондоне у Ассанжа, как, впрочем, и во всем мире, множество сторонников.